Добрый день, дорогие друзья, добрый день, пользователи канала. Сегодня понедельник, 17 июля 2023 года. Я вас приветствую из Брюсселя. Как видите, я по-прежнему нахожусь в здании Европа, где сейчас идет торжественная церемония для предоставления прессе возможности снять так называемую семейную фотографию, но она в этот раз будет выглядеть иначе, чем обычно. Обычно все лидеры собираются вместе и делают общий кадр. На этот раз они спускаются один за другим из зала заседаний и делают общий кадр вместе с премьер-министром Испании Педро Санчесом, Урсулой фон дер Лайен, то есть председательницей Еврокомиссии, и президентом Совета Евросоюза Шарлем Мишелем. То есть эти три персоны встречают каждого из представителей сообщества Латинской Америки и стран Карибского бассейна, и таким образом осуществляется эта семейная фотография. С одной стороны, она общая, а с другой стороны, она очень частная. Я желаю вам приятного просмотра и на связи. Excellencies, ladies and gentlemen, we shall now proceed to the official welcome of the SELAC delegations. His Excellency, the Minister of Foreign and CARICOM Affairs of the Republic of Trinidad and Tobago. Doe maar, mag niet uit, dat jij het wilt. Zie maar daar wat ik dus gezegd heb in de regio. Her Excellency, the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Peru. His Excellency, the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Nicaragua. His Excellency, the Minister of External Affairs, International Trade and Civil Aviation of Sinlucha.
Her Excellency, the Secretary of Foreign Relations of the United Mexican States. His Excellency, the Minister of Foreign Affairs of the Republic of Guatemala.